Привет, с вами Сойер. Сегодня я хочу поговорить про признаки монолитности на уровне кода. Я их выделил 7, их значительно больше, но вот основные, мне кажется, вот эти 7. Я не буду говорить про уровень приложения, там признаком монолитности является именно сильная зацепленность и невозможность реорганизовывать компоненты. А вот на уровне кода очень часто люди не, запом... не замечают, что у них монолит, хотя уже все кричит об этом. Что вам может подсказать о том, что у вас в коде монолит? Первое, вы копируете код вместо того, чтобы переиспользовать классы. Когда у вас в коде монолит, у вас высокая зацепленность между классами, проще скопировать нужные кусочки кода в новое место, чем переиспользовать класс, потому что он тянет за собой кучу зависимостей, которых нужно как-то развязывать. А это сложно. Проще скопировать. Как только вы начали делать копипаст, Ищите в своем коде монолит, практически стопроцентно он там есть. Второе, вы начинаете отказываться от полиморфизма, начинаете добиваться множественного поведения путем особенных параметров функций инициализации. То есть вы делаете какой-то параметр, который при значении, скажем, 1 заставляет класс вести себя как собачка, при значении 2 как уточка и так далее. То есть это не полиморфное поведение, вы э, уменьшаете связность класса и заставляете его выполнять сразу множество обязанностей. Почему? Потому что в монолитах сильное зацепление и для того, чтобы не переписывать кучи инициализирующего кода для кучи зависимостей, вам проще передать туда параметр 1, который оставит весь остальной инициализирующий код, но при этом изменит поведение класса. Это плохо, говорит о том, что у вас монолит, сильное зацепление и слабая связность. На самом деле монолит это как раз и есть его следствие, это высокое зацепление, и низкая связность. Дальше, опять же, отсутствие полиморфизма влечет за собой абсолютное отсутствие интерфейсов либо это, эти интерфейсы становятся по количеству равны количеству классов, то есть нет выделенного абстрактного интерфейса. Вы пытаетесь реализовывать идею, программируя в соответствии с интерфейсом, а не реализацией, но так как у вас монолит, сильное зацепление, высокая связанность, вы понимаете, что вам приходится создавать на каждый класс свой интерфейс, и по сути никакого полиморфного поведения вы добиться не можете. Вот если у вас количество интерфейсов приближается к количеству классов, ищите ошибку и Ищите монолит. Дальше интерфейсы вырождаются в структуры данных. Следующее следствие, оно говорит о том, что когда вы видите, что у вас количество интерфейсов по сути дублирует количество классов, вы перестаете создавать интерфейсы и оставляете интерфейсы, которые по сути просто выполняют роль структур. То есть вам нужно какое-то ограничение ввести в программу, и вы создаете интерфейсы, которые по сути являются структурами данными, но не являются абстрактными интерфейсами, не содержат никаких методов. Это тоже признак монолитности, но уже другая обратная сторона, когда вы, понимая всю тщетность своих усилий по созданию интерфейсов и исследованию принципу программируя в соответствии с интерфейсом, а не с реализацией, начинаете создавать только необходимые интерфейсы, которые, по сути, являются у вас всего лишь структурами тоже признак, говорящий о том, что у вас монолитность и высокое зацепление, низкая связность. Пятый признак, он так и называется ⁇ высокое зацепление, низкая связность ⁇ Если вы замечаете, что у вас все стало зацеплено друг на друга, если классы стали выполнять слишком много обязанностей, ищите у себя монолит, потому что... Это уже конкретно следствие, которое нельзя игнорировать, которое вам стопроцентно говорит о том, что у вас появляется в коде монолит или уже появился. А дальше шестое ⁇ это затрудненное тестирование, которое тоже, как правило, очень хорошо выявляет монолиты по все той же самой причине. Слишком много кода для инициализации, слишком много кода для имитации, и это вызывает огромные трудности при тестировании, особенно при юни-тестировании, когда вам нужно просто много-много-много всего замокать проверить маленький маленький функционал это тоже признак монолитности и скажем прямо на такой уже запущенной монолитности ну и последнее это неожиданные поломки когда вы правите что-то вроде бы незначительное и мало влияющее а оказывается что у вас пол программы ложится это тоже признак высокого зацепления ну и следствие монолитности поэтому если вы каждую поломку каждое действие получаете, после каждого действия получаете какую-то неожиданную поломку, ищите у себя монолиты. То есть на самом деле в большинстве случаев вот все проблемы возникают из-за большого количества монолитного кода. При этом не надо паниковать, если у вас появилось немножко атомарного кода, когда у вас есть высокое зацепление между небольшим количеством классов. Это не затрудняет ни тестирование, ни повторное использование. Да, есть дополнительный инициализирующий код, но его не так много, чтобы стать проблемой. А атомарность неизбежна, потому что любое сложное поведение без атомарности ну практически не достигается. Поэтому если вы, повторяюсь, копируете код, изменяете поведение классов путем передачи им каких-то параметров, увеличиваете количество интерфейсов по количеству классов или наоборот уменьшаете количество интерфейсов, выводя только структуры данных в интерфейсы. Ищите у себя монолит. Если вы поняли, что вам трудно тестировать, появляются неожиданные поломки, и вы в принципе видите высокое зацепление и низкую связность, ищите у себя монолит. Как только вы уйдете от монолита на уровне кода к модульной структуре, вы тут же решите все эти проблемы, и дышать станет намного легче. Поверьте моему опыту. Ну, это был канал Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания.